Всем привет, друзья! Вы на канале Сам Себя Техник. Сегодня у нас очередной ремонт очередного бензогенератора Победа. Смотрите, это уже третий по счету. Так вот, в чем причина? Причина не заводится. Сейчас будем смотреть, но я думаю, нужно будет снять карбюратор. Здесь лазили в головку, снимали, там клапан был прогоревший. В общем, посмотрим клапана еще и дальше уже будем смотреть. В общем, буду разбирать. Как разберу, продолжу. Итак, все разобрал. Не зря они лазили в головку. Ну, что-то делали, что они там меняли клапан выпускной, прогоревший, да? Что хочется показать вам. Как бы сейчас так. Вот, смотрите. Надеюсь, будет видно. Вот, это у нас выпускной клапан. Так сидит. Вот он, не зажатый, нигде ничего. Вот так вот он помененный, что пропускает вообще просто. Поэтому сейчас будем разбирать, притирать, все собирать нормально. И уже будем устанавливать, заводить. Потому что с такой компрессией, конечно, он не запустится веком. В общем, продолжаем. Притру, соберу, покажу, что получилось. Итак, снял выпускной клапан. Вот такой вот ужас. Это просто ужас. Не знаю, вряд ли я его буду ставить. Поставим новый. Притрем по новой, потому что что-то он какой-то вообще подгулявший. Вот, соберем. Еще проверим впускной заодно. Вот. И уже потом посмотрим. Продолжаем. Итак, притерел клапан. Вот что получилось. У нас должна получиться такая тоненькая фаска. Сильно толстую не нужно притирать, так как будет плохо отводиться тепло и будет перегреваться клапан. На головке у нас тоже получилась небольшая тоненькая фасочка. Вот. После притирки все промываем тщательно бензином, чтобы у нас не остались вот этот абразив никакой. Не остался. И уже собираем все в обратной последовательности. Итак, буду собирать, потом покажу результат. Итак, собрал головку, все промыл бензином, почистил вот от нагара камеру. Теперь будем собирать. Сейчас все поставлю, выставлю клапана и попытаемся довести. Еще такая вот деталька. Смотрите, если брать поплавок, он у нас иголку прикрывает вот в таком вот положении. То есть, получается, камера не наполняется бензином, за счет чего, естественно, он не заводится. Нужно выставлять так, чтобы поплавок закрывал подачу топлива вот в таком вот положении. То есть, горизонтально, ровненько вот так вот. Сейчас это исправим. Подогнем вот здесь ограничитель и поставим, соберем, проверим. Я думаю, все будет работать. Итак, все собрали. Уже все на месте. Открываем краник. Пусть наполняется карбюратор и будет момент истины, заведется или нет. Заводим, проверяем. Причина, как и оказалось, головка и карбюратор. Поэтому, кому было интересно и полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!